ти токаре. Можно тебя тронуть? Джакомо. Джакомо Демета? Это ты? Минуточку. Джакомо! Вот. Только так умеете обращаться с людьми. Ладно. Смотри, мы вас политически съедим, это кончится. Какой-нибудь засранец меня отсюда увезет. Вот видите, моя святая сестра, моя настоящая сестра меня ждет у порога. Я же вас предупреждал, она не может даже дождаться меня дома. Всего хорошего. Наконец-то, я целый день тебя ищу. Привет, Чичи. Где ты сегодня болтался? С первой же проституткой в этом черном ты удрал от меня. Да нет, это было связано с работой. В конце концов, твоя работа кончится тем, что ты не год, а 10 лет получишь. Uno, due e tre. Вот тебе три. Ciao, Stellina. Привет, красавица. Ciao, culatone. Привет. Перестань меня дразнить, пидорастом, а то я тебя засуну одну руку в рот, а вторую в другое место и надену как муфту на себя. Guardi che più cacca di così non posso. Сеньора, я в вашем распоряжении. Grazie. Пойдемте сюда. Спасибо. Ой, какая чудесная лошадка. Джозуэ? Это Джакомо. Наш новый мажордом. Сеньор Конте. Господин граф. Госпожа графиня. Non ti preoccupare. Не волнуйся. Он тебе не доставит неприятностей и прекрасные рекомендации. А ты что скажешь? Ну, да, тебе это хочется. Сеньора. Пожалуйста. Вы сеньор или сеньора? Сеньорина. Да, как сеньорина с усами? Ну, и усики всегда нравятся хорошим мужчинам. Ну, ладно. Идем, я тебе покажу твою комнату. Ой, какая замечательная коляска. Этот мерзавец плюет ту самую тарелку, из которой ест. Вы хотите сладкого? Убери отсюда эту дрянь сладкую. Дайте мне мое постоянное горькое ферне. Пожалуйста. Пожалуйста. О, Боже мой, святой Бенедикт. Что с тобой творится? И ходишь как балерина, наверное, еще и на высоких каблуках. Покажи мне каблуки. Средний каблук, как полагается. Да, для вас, может быть, и нужен высокий каблук, потому что вы носите длинную юбку. Извините. Идиотка, кретинка. Разве можно так? Постоянно путать, что он любит. Я тебе сколько раз говорил, услуживай ему как следует. А, Боже мой. Ты должна заботиться только о графе, только о графе, на всех остальных наплевать. Ты знаешь, что такое этот граф? Нет, если я ему дам одну улыбку, он у меня откусит всю руку. Самое главное сделать так, потому что он тебя иначе забудет в своем завещании. Ну, в конце концов, посмотри, эти здесь устраивают драмы и скандалы. В этом доме все устраивают скандалы, Боже мой. Mea culpa, для меня самое главное, Боже мой, самое главное. Да, ребята, бросьте вы. Чика-чика-чика-бум. La bella brasilena la viene ogni mattina a far la spazzatina. Чика-бум, чика-бум, чика-чика-чика-бум. Ecco, tardi anche pulisce la tua giungla. Ты что, таким образом чистишь и себя? Оставь меня, ради бога, ты мне сделала так больно вчера. Контесса Магда. Графиня Магда. Posso mettermi in libertà, signora? Могу быть свободен? Да, конечно. Sì, cara. В принципе, избавились. Сегодня придет новая горничная. Как вам здесь нравится? Mi porta a fare un giro in gommone? Давай. Повези меня покататься на лодочке. Пожалуйста.
Senti, Giacomino, tu Giacomino. Sei mai stato con una donna? Perché abbiamo il duce, sì. Beh, sì, una volta. Guarda, andrà a stare, ciucciucciucci. Non prendi niente per andare. Ti ti piace, gente, in un'altra? Dovrei rispondere. Ah, non so come si dimentra, ragazza. Ma vede, sono fatto così. Ma io aspettai a Margherita Ligurisca, io sa glace in passo i tizi de, gotti se smesso, gli scelto. Oddio! Oh, Bosa! Oddio! Oh, Bosa! Oddio, la testa, non mi... Ma è gala... Perduto, che vuoi... Sto ti partirei. È una storia lunga. Ecco, io sono mai successo, io c'è un camuglio scaccia con questo scelto vita. Buonasera, mi manda l'agenzia. Sono la nuova cameriera. Я ваша новая горничная. Marco, non mi toccare. Aiutami a scendere, su. Ma chi ti tocca? Ma non chiedimi se hai ti pasato. Giacomo, sto che a scaldinio. Col grazie ti bega vario, so ti ne dozna su dai all'altra. Я здесь работаю, у меня здесь серьезное предприятие. Я хочу стать с тобой рядом. Я не хочу, чтобы ты кому-нибудь другому принадлежал. Я сделаю все, ради того, что тебе было хорошо. Ну, боже мой, ты же мне здесь будешь мешать. Я никуда не уйду. Найди какую-нибудь систему, чтобы нам было хорошо вместе. La mafia del marciapiede. Да. Я буду водить его машину, а ты будешь за ним ухаживать. Poi un'altra amica mi ha detto che qui cercavano una. Ты знаешь, мне моя одна подруга мне сказала, что здесь ищут горничную, а всякие проститутские номера. Послушай, ради того, чтобы быть рядом с тобой, я пойду на все. Да, но я же буду с ним только лишь как горничная. Да, как горничная. Не говори мне об этом, я уже знаю, кто этот старик. Хватит меня обманывать. Я сделаю ради тебя все, что угодно, а ты меня отбрасываешь. Какой ты красивый. Такой чудесный. Я тебя люблю. Не могу забыть тебя никогда. Я даже могу отдаться тебе по сей день. Alberto Lupo non sono mai stati. Ради Бога, ты сравниваешь меня с святыми. А как, я с тобой неразлучна, как фасоль и помидорный соус, как рис. Все это всякая ерунда. Можно. А ты, это кто? Это ваша новая служанка. Персональная для вас, как вы заказывали. Меня зовут Марица. Хорошая, хорошая, я вижу, вижу. Хорошо, я рад. Наконец-то я не буду видеть эту противную рожу. Дай сюда газету. Дай ей, пусть она читает. Venditrice d'amore soffocata da un pisello. Finocchio poco intelligente trovato pugnalato in un Vespasiano. Хотите, чтобы он все услышал? Есть? Да, мой дорогой. Веселье, веселье, пожалуйста. Давайте, пейте, ешьте. Давайте, пейте за мою фамилию и смейтесь. E tu Giacomo? A te Giacomo? Lo sai che la fai bene la parte del frocio? A te sai questo? Sei riuscito a fregarci tutti. Ti umotrensi a abduci sia. Quasi tutti, quasi tutti. Fastirsi a Gaspagnolo. Sono seduto sempre su questa carosella. E ti sorena, pollevolse тем, что я сидел на этой карусели, а то бы ты трахнул меня, если бы я не был приглашен. А ты? И ты хороша. Нет, черт побери. И ты хороша, моя малышка Сюзи. Моя маленькая Сюзи. Вот это да. Черт побери. Посмотрите, пожалуйста. Он умер от смеха.
все. Я получила все в нашем доме. Сеньоры, успокойтесь. Сеньоры, успокойтесь. Боже мой, выведем, кто-то вот. Вот это да. Я должна на вас доносить, потому что должна вам побить морду. Хватит вам, иди ты в ад, старая проститутка. Вот так, в конце концов, убираемся из этого дома. Можно умереть здесь сразу в злости. Посмотрите, новая хозяйка этого дома, что вам надо? Иди ты в задницу. Ох, как она чудесно разговаривает. Во всяком случае, так или сяк, я здесь хозяйка. А где Джакомо? Ты о чем речь? Значит, нарядился. Что с тобой? Ты что, еще не готов? Джакомо, хватит устраивать здесь всякие эти сцены. Бери чемоданы и укладывай машину, отвези нас на вокзал. Прежде всего, я не привык таскать тяжелые вещи. Второе, не надо на меня кричать. Третье, хватит надо мне кататься и использовать меня как мужика. Я свое дело закончил. Достаточно? А вы ничего не понимаете? Я вам могу сказать. Что вы хотите от моего мужа? От кого? А что вас удивляет? Я и Джакомо уже 5 лет как официально муж и жена. И у нас всегда все в абсолютном согласии. И мы друг друга любим. Эй, моя знякера preferita. Я моя женщина. Forse è meglio che ci sposiamo davvero. Non facciamoci prendere dall'entusiasmo. Ricorda, amore, che il conte li ha lasciati a me i soldi. Ho già fatto le carte. Может быть, мы все-таки поженимся по-настоящему. Не надо ко мне приставать. Вспомни, миленький, граф все-таки оставил мне все свои деньги. Ну ладно, можно я об этом подумать.